В этот раз десногорским школьникам рассказали о жизни и подвигах кавалера Ордена Победы, маршале Советского Союза Георгия Жукове. Ребята узнали о его биографии, познакомились с послужным списком и о судьбоносном участии полководца в Великой Отечественной войне. Завершился урок просмотром фильма, в котором школьники увидели все тяготы русского народа в начале войны и узнали, как останавливали немецко-фашистских захватчиков на подступах к сердцу нашей Родины – Москве. До конца этого месяца сотрудники музея планируют провести такие уроки для учеников всех школ города.